главное. Ну, Александр Юрьевич, я, может, что-то не понимаю, но ведь сейчас танки вооруженных сил Украины заправляют белорусскую солярку. Без белорусского топлива бы они не двинулись с места, и в том числе... На 40% госнефти, а на 30% белорусы, если уж точным быть. Да. 40% поставляет Роснефть, 30% поставляет около 30, 27-26 Беларусь. Все остальное, наверное, они покупают где-то со стороны. Это примерные цифры. Чтобы вы не думали, что вот только солярка белорусская. Но предпочтение они отдают топливу белорусскому, потому что завод полностью модернизирован и производит суперкачественные нефтепродукты. То есть это никого не смущает, в принципе, вот поставляют, заправляются нашим топливом. Ну, пока не смущает. Пока не смущает. Совершенно верно. А вы все что, может измениться. А вы что думаете, если те 10 тысяч или 8 тысяч, как они декларируют, они же к нашей границе продвинули, якобы для защиты от беженцев. Угу. Туда беженцы не идут, они уже 10 тысяч на границу выдвинули. Вы что думаете, если они развяжут с нами конфликт, мы их танки будем заправлять? Я думаю, что и Россия не будет заправлять их соляркой своей.